Мы можем в него стрелять? Вот тебе птиц. На тебе. По-моему, ему не понравилось, что мы в него стрельнули. Ага. Давай еще разок. Птиц. Привет, мой френд. Сегодня мы играем в Super Heroes 2. И не забывай прямо сейчас подписываться на наш канал, и мы продолжаем играть. Нажимая кнопку подписаться, мы нажали продолжить. О, какая битва. Какой удивительный вид, Рибона. Хаос, бойня, все в моих руках. Это кто-то? Рибона, моя осадная башенка. Я думал, что чистильщики окон должны приехать в четверг. Что я вам сказал? Прочь отсюда! По-моему, они его не слышат. Чего он орёт там? Или вам придется искать новое место? Да, выглядит весьма потрепанно. Хотя Мстителям еще только предстояло показать себя. А ведь у них почти появилась новая надежда. И это не может быть ваше Канга Величие. Разве кто-то в Хронополисе дерзнет выступить против вас? И в самом деле, кто? Никто, конечно. И чё? Я молюсь, чтобы Хедель и мой отец были целы. Я слышу, что моя родная изрядно пострадала. Так, мы летим... О, мы летим на Торе. Тор летит куда-то. Вот это место должно считаться твоей родной. Как бы там ни было, будем надеяться, что... Мы тут были? Да. Подожди, а секундочку. А почему мы с ним прилетели вообще? Мы что, только что-то прошли. Нет, нам дальше. Может... А, я понял тебя. Да, я, хорошо, нам я не долетел. Я просто прилетел к этому месту, где мы были в прошлый раз. Ты решил на молоточке полетать. Да бррр, кому-то холодно. Еще выше. Так, и летим сюда. К статуе свободы. Круто! Нет, еще дальше лететь, оказывается. Мимо полетаем. Ох ты, какие... Слушай, что за пятый элемент вообще? Я хочу такие... Сам, птички летают. Как красиво. Ого, какая штука. Зеленая, смотри, наверху. Цитадель Канга. Мы летим в этом Асгард. Слушай, мы прям через всю карту, да, пролетаем? Али, знаешь, что сделал? Нажми два раза крестик. Это Асгард. Крестик, нажми два раза. Вот так. Видишь? И он ускоряет скорость. Мы пикируем вниз. Асгард! А, тихо. Стой. Спокойно, я чуть не упал. Асгард это не место. Асгард это все мы. Точно. И в итоге я грохнулся ниже. Все, вот так. Вот, нолик. Давай. О, мы прилетели к какому-то сундуку и развалили его. Зачем мы это сделали? А, не знаешь? Нет. Что-то собираем. Что мы там собрали, действительно? Там кто-то только что помер. Похоже, это обломки какого-то большого оружия. Жаль, что оно сломалось. Сейчас мы его починим. Этим оружием, скорее всего, надо было бы... Ух ты! А мост-то разломанный. А ведь когда-то этот мост был цел. Наверное, этот мост разрушили. Ну, наверное, мы чего-то с тобой еще не знаем все-таки. Ладно, вот это орудие, которое мы могли бы собрать, но... Ой, там кто-то стоит. Действительно. Че ты там стоишь? Where could I go? Куда мне отправиться? Я тебе сейчас подскажу. Тебя пнуть? Эй, ты слепая, я здесь пришел. Ужасно жар. Этот вулкан смущает мой разум. Мне нужно перебраться на более прохладное место. Пожалуй, даже в самое холодное место. И желательно, чтобы там было не очень много людей. Мне требуется покой для размышлений. Не знаешь ли такого места? Жительница Асгарда. Куда ее отправить, скажи, пожалуйста? Давай ее отправим куда-нибудь. Окей, принять задание? Давай примем задание, я не знаю зачем. Нет. Не хочешь помочь женщине? Ну, я хочу достигнуть до цели. Да ладно, давай ее спасем, ничего страшного. Чего ты, это женщина, это тоже цель, мы быстро. Не волнуйся, давай мы ее. Я нажал крестик. А, куда мы отправим? Мне нужно малонаселенное место в холодном... А откуда я знаю, где у нее? Египет. В Египте жарко. Остров Свободы. Знамо где. Хорошо. Цитадель Канга, Кунлун. А где холодно? Я не знаю, где холодно. Давай в знамо где ее отправим. Неизвестно куда. Это место не отвечает моим требованиям. Что, мы будем угадывать, что ли? Цитадель Канга не подходит. Кунлун. Все, она насыпала нам монеток. Горы Кунлун? Конечно же, там я смогу среди лютой стужи и тишине размышлять о том, как сильно ненавижу этот вулкан. Отправляюсь сейчас же. Благодарю. Все, видишь, как легко помогать женщине. И все. Я чуть не упал. Спокойненько. Тор на своем молоточке. Ладно, это непонятная тема, да, честно говоря. Какая жалость, эта пушка... Так, хорошо, как ее собрать, эту пушку? Ты не знаешь?
тебя есть идеи? Ладно, побежали вперед. Я думаю, что это нам не нужна, эта пушка, скорее всего. Нам нужно найти способ пробиться. Ну, все-таки нам нужна пушка, это же логично. Она же взорвет эту стену. Ну, хорошо. Так, давай посмотрим какие-то... Давай поищем там. Давай, предметы, которые могут нам помочь, да? Факел разобьем. Ой-ой-ой, тихо. Спокойно, не падать. Факел разобьем. Вот этот? А, давай. Ай. Что произошло? Где мы? Куда мы взлетели? Почему мы летаем как-то странно? Я не понимаю. Тебе не кажется, что мы странно летаем? Так, Тор. Кто это? Кто это? Скажите, а вы раздаете Wi-Fi? Судя по его одежде, он раздает Wi-Fi. Даже могучему миллиарниру не под силу. Дайте ударь. Тебе не понравилось. Извини. Сбежал. А вот какая-то золотая штуковина, мы ее прошли мимо. А тут нужен человек, который у нас есть с собой или нет? А кто у нас есть с собой сейчас? С кем мы можем играть? Где у нас наши персонажи? Кто это? Это кто? О! Вот! Это, вот это. Капитан Марвел, да? Капитан Марвел! А что это за вот человек, который там здесь? Странно, да? Капитан Марвел летает? Летает, хорошо. Так, и да, сейчас... я понял, да. И сейчас что мы надо сделаем? Нагревать лазером! Или так. Кто-то сказал, что это моя специальность, я... Ну, мы активировали кусок пушки, и теперь она, по-моему... И сейчас... Она жила, смотри. Да? Теперь мы берем... Я хочу попробовать. А ну, давай попробуй. Нажимай треугольничек, направляешь. Так, и вот, хорошо, целься. Целься. Да куда ты стреляешь-то? В шапку давай этому парню. Ну, явно не туда. Илюш, ну, явно стреляй туда, куда надо. Давай, вот сюда. Тыц. Все, один выстрел. Отлично, кажется, сработало. Капитан Америка, как всегда. Ой, на нас катится глыба. На нас катится глыба. На нас катится глыба. Не надо туда стрелять. Куда он такси. Так, надо было просто взять и переключиться на другого персонажа, да и все лишь. Ничего страшного. Смотри, вот так. Капитан Америка. Вот, или Натура. Или Капитан Марвел. Да какая разница на самом деле? Какая разница, кем нам забегать внутрь, да? А может быть там где-то Локи? Окей, это же прекрасно! Локи это вообще прекрасный персонаж, с которым давно хотелось бы сразиться лично. Продолжу сюжет. Выживаем, нажимаем крестик и слушаем репортера нашего. И где же репортер? Вот он. Как вы можете слышать, Хернополис, Ханга, зоны боевые действия. Скоро нам придет конец. Наша единственная надежда проникновение в цитадель Ханга и удар в самое сердце захватчика. Вот так вот привалило, похоже, его. Все. Мои источники утверждают, что Осе удалось выйти на связь с тем, кто сможет, не успел прочитать. Эта гигантская голова целестяла, если вы вдруг не поняли. Не спешите радоваться, источник помощи — собака. Какая собака? Не забудьте о космических псах. На, я понял, что это собака. Помнишь, она нам отвечала? Я понял. Ой, да что ж тебя привалило-то все время? Какая живучая у него камера. Да, героям понадобится пара зорких глаз, чтобы найти осколки Нексуса. Ну ничего, мы с этим справимся. Один рыцарь. Так, хорошо. Один. О, это отец Тора. Отец Тора. Один. Какое-то разрушение. Брат, то есть сынок, ты жив? А, ну понятно, это Локи. Отец, что за безумие? Тор, это и правда ты? Хамдаль! О, понятно, Локи. Как же ты знали тебя в бездну? Но действительно, ты прав, там Локи нас ждет. А вот он, смотри, какой. Так, отправил отца, в общем, на твои поиски того. Ага. Клево, прям целая вообще история отдельно экранизирована. Так, Тор, берегись! Кто это вылез? А, это Суртур, а, здравствуй, малыш. Как это давно не видели вообще. Мерзкое чудовище! Сейчас мы будем воевать против... А где Халк? Кто нужен Халк? Да, я провощу твой Тор, провощу. Ладно, ничего страшного. Это мы еще посмотрим, Суртур. Надо сбить ему врага.
Надо сбить ему корону, как по фильму. Ну, на нас вот орёт, я не знаю, давай в него стрельнем чем-нибудь. Чем мы? Давай зарядим молот. Давай, а как это сделать? Я уже не помню. Значит, а, тут надо, во-первых, скелетики. Парни, вы чё? А давай за Локи поиграем. А за Локи мы можем играть? Не, мы не можем играть за Локи. Можем, точно! Локи, ой, нас привалило. Мы можем стрелять в кого-то. Мы можем его стрелять? Вот тебе, тыц. На тебе. По-моему, ему не понравилось, что мы у него стрельнули. Ага. Давай еще разок. Тыц. Мы так победим супергероя. Итак, и... Тыц. Нет? Ладно, давай возьмем кого-нибудь, кто может... Нет, давай. Да нет, нет. Есть еще кто-нибудь супергерой? О, кого тут... Кто тут кого бьет? Ладно, короче, я так понимаю, что мы можем спокойно делать вот так. Нет? Ты вообще терпишь от нас что-нибудь? Поражение какое-то. Ладно, окей, я понял. О, мы замедлили ход действий и... я не знаю, как мы это сделали. Наверное, надо ему влететь там в рот, в глаз. Зарядить, да, ему прямо в... Нет, нет, влететь прямо в него. А, влететь? И давай влетим ему в рот, или в глаз, или в... Ух ты, а как он влететь? Нас оттолкнул. Он нас оттолкнул. Так, ну, походу, он что-то как-то ему не понравилось, что мы... Мы зарядим молот Тора. Ты знаешь, ты прав. Наверное, нужно сделать молотом Тора. Где Тор? Да нет, не Локи. Зачем нам Локи? А Тора кого-то бьет. Тора кто-то бьет уже. А, вот смотри. Тут какая-то штука. Вот. И... Так, отойди, малыш. И мы ее сейчас вот туда, вот так. Вот, мы в него кинули этот самый огромный... А, видишь, да, действительно, надо было просто кинуть в него большой-большой ящик. Так, возьмем сердечко это. Давай зарядим молот. Ну, давай. Это же такое будет. Вот так вот, молотом в него. На тебе молот, Тора. А что, ты не понравилось ему, что ли? Точнее, нет, он его откинул. Откинул молот Тора? Да ладно, он же недостоин. Это не Тор, вообще. А кто это? А, это не Тор. А кем же мы играем-то? Это не Тор. А кем мы играли? Мы играли Тор Джейн Фор... В общем, Тор. Это, наверное, сестра Тора. А где Тор? Вот он. Зарядим. Так, и запульнем в него молотом. Не получается. Нет, молнии как ты наводишь лазер. Я понял. Вот так вот, да, делаем? Вот так вот. Мы не добрались. Зарядим тебя вот так вот и вот так вот стреляем. Давай. Ну давай. Вот так. Вот так получилось, да? И давай. Не? По-моему, ему без разницы. Короче, я понял. Давай бьем скелетиков, а потом уже будем разбираться с этими. Так помнишь, как мы вкинули в него? Надо, да, нужно найти такой же ящик, это все, правильно? А давай просто выбьем кусок земли. Это. О, смотри, кто это. Тут, это надо женщиной Халк кусок земли вырывать. Так, вот смотри, тут нужен Капитан Марвел. Капитан Марвел! Так, какие-то ребята лазят. Где Капитан Марвел? Сейчас мы тебе переключимся. Вот он. Помоги нам убрать этих ребят. И вот здесь вот эту штуку, сейчас мы ее как-то... Лазером. Да ну что ж ты, горящий скелет где? Я занят, я не могу. Вот так вот, давай. Ой, я не дожал. Да, ребята, отойдите, подождите, я тут яичницу хочу нагреть. Пожарить коня. Так, ты кто? Кого еще? Так, оставьте меня в покое, мы тут нагреваем коника. Вот, все, лопнул. Все, лопнул? Окей. Давай я попробую. Держи. Зарядить. А что зарядить? Ой, там на тебя что-то летит. Давай, строй какую-то. Это пушка какая-то строится. Пока там. Че? Тебя разломали? Да. Пока что-то строится, давай. Ой, тебя бьют сзади. Все, хорошо. И еще бьют сзади. Все, окей, это что за штука? Здесь нужен Тор. Тор. Вот он, Тор. Давай, заряженный Тор. Вот бегут неуклюже. Ага. А вон еще какая-то статуя. Не, подойди к ней. Те бочки, они же с водой? Давай, Илюш. Давай, с водой и туши этого парня. Туши его, вот так. Давай, стреляй. Бочкой с водой. Правильно? Потушил? Не видно? Нет, он пролетел. Да, промахнулись, да, получается? Так, забираем. Да, спустись на землю, то. Взяли. Хорошо, я зарядил, я рад, но отсюда надо уходить. Сейчас мы возьмем все-таки. Так, парень, не подбегай ко мне.
Да. Так, парни, защищайте меня. Я не знаю, почему они не появляются. Взяли и пошли. Так. Пошли. Ну что, лови. На тебе. Вот так. Она с водичкой. Мы его сейчас потушим, да? Просто вот и все. Потушим парня, чтобы он остыл немного. А то он что-то горячий какой-то. Да. Давай, у нас. Надо, наверное, нагревать коней. Вот еще нагреть. Вот, смотри, бочка с водой стоит. Да? Переключиться надо, значит, намерить. Хорошо, я понял. Что это такое? Это нужен здесь Марвел. Сейчас как привалит, смотри. Фух, повезло. На самом деле. Ага, смотри, вот тут надо что-то активировать. Так. Квадратик. И надо что-то активировать, какую-то штуку. А кем? Вот этим же? А, вот смотри. Это целый путь. И куда мы стреляем? Сюда. Нет, Илюш, сюда. Почему-то. Странно. Ладно, пока там разбираются парни, мы тут в тир поиграем. Все? Класс! Вот так лучше. Что это было? Знаешь? Давай сюда. Что он танцует, это? А что это такое вообще? Ты не знаешь, Илюш, что происходит? Кого мы стреляем? А что, зачем мы убили эти шарики? Ладно, короче, уходим отсюда. Кого здесь надо? О, смотри, кто это? Ой, нет, нас привалило. Бывает, конечно, но ничего. Давай вот так. Давай мы тебя нагреем. Да? А зачем мы эту статую нагреваем? Она ничего нам не дала? Ничего нет. Не дала. А вот еще статуя стоит. Ну вот, смотри, вот же стоит целая бочка, которую надо тоже куда-то деть. Видишь, вот. Мы ее не добили этим тором. Надо ее тором, наверное, разбивать. Да? Давай ее попробуем побить. Давай. Может быть, ты прав. Мы... Почему-то мы можем переключиться на Капитана Америка. Вот огонь. Ага, надо ноль. Все, я понял. Капитан Америка может активировать эту... И креси! Сейчас, да. Сейчас тут просто ко мне пришел кто-то. Давай нолик. И... Вот так. Бумс. Нет, нолик и крестик. Да, я так и сделал. Смотри, нолик. Давай. Сейчас тебя привалит. Ура! Привалит! Привалило! Надо было щитом прикрываться. Это же Капитан Америка. И... Ага. Так, окей, ты потушил огонь какой-то. И что-то собрал, пока тебя бьют, ты собираешь что-то. Правильно. Правильно. Все, теперь нужен Тор, который может взять это. Он, наверное, не может взять эту штуку. Да. Да, нужен Тор. Тор, ты где? Капитан Марвел. Нет, Локи может. Мне кажется, они дерутся друг с другом. Ух ты! Классно, смотри, как это вот как-то иногда бывают такие комбо, да, когда ты переключаешься, и у тебя получается комбо с другим персонажем. Это круто, даже я не понял, как это делать. Тебя бьют, Илья. Мне нравится эта вещица. Так, да, а зачем ты это взял? Это ж без бочки. Тебя бьют, сына! Пап, наверное, это когда комбо получается, когда ты бьешь и одновременно переключаешься. Скорее всего, да. И бьешь. Тихо. Убили нас. А, где еще одна бочка с водой? Я не совсем понял. Смотри, а вон лед наверху. А мы его сейчас растопим и поймем, кого здесь. Ну, здесь нужен человек железный. Слушай, когда же мы здесь поиграем, уже за железного человека? Тут везде он нужен. Да. Всякие штуки, всякие мелочи, и везде нужен Iron Man. Наверное, когда ты в него кидаешь воду, то он постепенно уменьшается. Смотри, я вижу одну штуку, которая нужна. Здесь нужен этот. Как его зовут? Капитан Америка, да? Америка! А так, потуши этот огонь и все. Слушай, а ты прав. Да, надо же потушить огонь. Да? Так, нолик, тихо. Коротко нолик. Да, я видел, да, коротко нолик, просто я не то нажал. Вот так вот, коротко нолик и крестик. Тушим огонь. Да нет, что он взял, нас убил. Тушить пожар, это похоже по твоей части. На, держи. Тебя опять уже бьют. Давай, бей. Да бей его, чудо. Тебе кто-то там помог, по-моему. Ты на Тора переключился параллельно? Да. Давай, возьми Капитан Америка вот туда, вот эту штуку, красную. Нет, подожди. Ты хочешь потушить пожар? Так, тебя кто-то мешает. Эти скелетики пускай бегут тебе дальше. Давай, активируй пожар. Пожар. Крестик. Хорошо, следующий пожар. Так. Нет, все уже. Да тебя кто-то бьет. Вот, давай, собирай. Что это за пушку мы, наверное, какой-то? Или катапульт? Что мы соберем? Катапульта, точно.
большая катапульта, это же логично. На большого мальчика большое ядро. Все правильно. Надо чем-то его зарядить. А, вот же вода. Вода. Водой. А, окей. L3 нажми и поймешь, что надо сделать. L3, вот. Удерживайте крышечку, чтобы прицелиться щитом. Окей. А, ясно. Давайте квадратик прицеливаемся щитом. Вот сюда, наверное, да. Нас кто-то ударил, но ничего, нам это не поможет ему, и мы летим большой-большой-большой водяной бомбой прямо в него. Все, он ушел? Вау. Ему не понравилось, что ли, наше? Да, ему не понравилось. Ну, это хорошо. Прицеливаемся щитом вот сюда. А, маленький стал. Ого, точно. О, ничего себе маленький, вот он рядом с нами. А мы сейчас вот тебя вот так вот делаем, малыш. Малыш, не шуми на нас. Ты против Капитана Америка не надо вообще. А давай что сделаем, давай. Помнишь, как Капитан Америка делал? Давай, раз, на щит. Оп. И поехали. Ля-ля-ля-ля. Не получилось, ты постреляй. Я знаю, что надо сделать. Надо переключиться на того, кто стреляет. И вот сделать. Например, Локи. О, смотри. Да отставь ты нас в покое. Мы не знакомы с болью. Че он нас орёт? Смотри. Да? Вот так вот. Слушай, или он такой толстый, или мы не понимаем, что, как его уничтожить. Мне кажется, нам нужно, знаешь что? Нам нужно какую-то... Локи нужно, наверное. Я не знаю. Ну, давай вот так попробуем вот. Локи. Давай Локи, но... Давай попробуем Локи, хорошо. Ой, нет. Где Локи? Локи, так, кого там? Это девочка, это Капитан Марвел. Локи, вот. О, опять вылез, большой. Ну что ж, ты был такой маленький, хороший мальчик, стал большим опять. Да и толстым. Да? Его, по-моему, на нас, простите за выражение, стошнило. Кристик. Ничего, мы делаем щит ледяной. Не похоже, что нам это помогло. Так, спокойно. Капитан Америка, ты где нужен? Так, тут какая-то вообще неразбериха полнейшая, да? Слушай, на этой на войне тяжело. Мне это не нравится. А Капитан Америка все-таки... где? Где? Где Капитан Америка? Мы просто бежим, стреляем и всех получается убивать. Какую-то штуку нужно найти, чтобы еще активировать против этого... Он. Мы что-то убили? Не знаешь, что это? Нет. О. Давай, Капитан Америка, иди сюда. Ты нам нужен, чтобы прицелиться щитом. Вот сюда. Тихо, спокойно стоять. Вот сюда. А ну нельзя к ней прицелиться. Это, наверное, нужно... Знаешь что? Нужно найти... Ой, привалил. Нужно найти рикошетную штуку. А, вот, точно. Давай, ой, я не поджал. Я хотел убить просто этого. Так, вот иди отсюда. И нолик. Вот, да, и мы сейчас прицелимся. Вот, теперь мы искали ее. Хорошо. Нажимаем сюда, прицеливаемся. И... Выстрел. Полетел. Раз щит. Два щит. Избиваем ему рога. Колокольчик. Пора ужинать, пора обед. И что? А что это за корабельный колокол? О, тигр? Это тигр? Нет, нет. А кто это? Отлично, битва с боссом, поехали. Это Гвенпул, да. Да, Гвенпул. Так, отлично, Гвенпул сделала нам наше дело. И что теперь? Так, она отвлекает его, да, я понимаю, поливает водичкой. Я выполнил, знай, моя репутация сама настоящего супергероя укреплена. Молодец, хорошо, ты полила его водичкой, а как его еще, где еще взять воды? Где бы взять галлон воды, чтобы его... Он ушел, ты стал маленьким. Какой, а маленький стал опять? Да. О, опять лезет, да? Опять лезет. Иди сюда. О, вылез сюда. Мы тебя вот так вот. Вот так тебя. Да, молотом его, раз, и еще разок, вот так тебе, молотом. У нас заряжен молот, мы... А ты думал, что, легко будет с супергероями воевать? На тебе еще молотом, и на тебе еще вот... вот ты... Ой, слушай, нам нужен... Сковородка нам нужна. Вот так вот. Сковородка с космическая? Да, Millennium Falcon. Давай, вот так вот, вот так вот, и еще. Ему еще пару раз ударов, вот со спины, мы его... Сдавайся, Суртур! Бамс в нос ему. Бымс. Да, женщина молот. Все? Куда? Он же не сгорит в огне, он же и так огонь. Это нелогично абсолютно. Вот видишь, брат, когда мы объединяем силы... Брат? Где Локи? Опять Локи сбежал от нас. А, родственнички. Тор!
Хеймдаль. Пара камней меня не закрушает. Нам есть что обсудить, нам нужна твоя помощь в поиске осколков Некшуса. Забавно, но один, то есть Локи, спрашивал о них же. Значит, иди с ним. Я останусь здесь на случай, если Суртур вернется. Он же лично странный. Премного благодарен. Вернемся назад на Манхэттен. Наконец-то. Всегда хотел побывать на Бродвее. Зачем ему там делать на Бродвее? Ну все, мы возвращаемся в Манхэттен. Уже победили Суртура. И это круто. Нам даже какой-то приз дали. Ну что, ставь лайк. Тебе понравилось? Мы прошли подписывайся эпизод. Подписывайся на наш канал, ставьте лайки. Приходи еще на Лего Супер Хиро Марвел 2. В общем, я все перепутал. Пока. Но пока! Нажми сюда и сюда, чтобы посмотреть новые видео про игры с нами. И нажимай большую красную кнопку, чтобы подписаться на наш канал Жестянка. И колокольчик рядом с ней. И не пропустишь ни одного нового видео. Ну что, какое видео выбираешь?